на воскресение. Мы покой обрели в воскресение Иисуса Христа. Вот как. Ну, если вопросов нет, я отхожу. Спаси Христос за молитву. Аллилуйя. Видите, получили мы, молились, и Господь полностью дал нам, и книги пришли. Сейчас уже они пойдут по частям. В первую очередь тем, кто помогали корректуру. Я только не знаю, отсюда напрямую в Беларуси идут или нет, или задерживают. На Украину понятно, а с Беларуси это хорошие же отношения. У нас там друзья. Вот Ирина Кондратюк сильно помогала. Вот я им этим думал по одному, а потом подумал, думал, кому-то захотят дать. В подарок два комплекта, по три книги в новом издании. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Идут, почему же не идут? Ну, значит, тогда все дело за Еленой Александровной Гладыщук, она все это сделает. Видите, как нас Господь сроднил. Кто-то из ваших когда-то были эти митинги, там хотели убрать Александра Григорьевича-то. А я им сказал, она говорит, я тоже ходила на митинги. А когда я объяснил, она говорит, я сейчас не знаю, кто, и говорит, ой-ой-ой, что же я делала-то? Вам слышно, как головы воркуют у меня? Слышно. О, радость какая. Ну все, считай тогда. У нас сегодня, не надо забывать, самое длинное богослужение будет. Самое трудное. Поклонов много. Канон Андрея Крицкого считается весь. И кто будет, завтра ему разрешается растительное масло. О, как продумано. Ну, а я сейчас употребляю масло, как болящий вроде бы. Ну, все, тогда отхожу. В чат рули.